Внешнеторговый оборот Шымкента составил 404 миллионов долларов США. Из них экспорт составил 137 миллионов долларов, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из общего экспорта объем несырьевого экспорта за отчетный период составил 106 миллионов долларов и составил 154% по сравнению с прошлым годом. Цифрами поделились в профильном ведомстве. Экспортируемые в этой отрасли продукты, в частности продукты нефтепереработки на сумму 50 миллионов долларов, продукты питания на сумму 15 миллионов долларов, фармацевтические продукты на сумму 5 миллионов долларов, производство готовых изделий, кроме машины и оборудования, на сумму 4,5 миллиона долларов, производство химикатов для промышленности на сумму 2 миллиона долларов, производство почти 1,5 миллиона долларов, также производство резиновых и пластмассовых изделий на сумму 9 миллионов долларов, бумажные изделия – 6 миллионов долларов. Большая часть экспорта была отправлена в Узбекистан, Таджикистан, Афганистан, Россию, Кыргызстан, Турцию и Китай. В обрабатывающей промышленности 54 предприятия города выпускают продукцию на стабильный экспорт. Проведена работа по поддержке экспортоориентированных местных товаропроизводителей, экспорту продукции, в частности, совместно с акционерным обществом «Центр развития торговой политики Кастрейт» и акционерным обществом «Экспортная страховая компания Казахэкспорт» проведен региональный совет по экспорту. Кроме того, была организована сессия обучающих курсов по экспорту и международной торговле. В мероприятии приняли участие 30 предприятий из города. На данных мероприятиях были рассмотрены механизмы поддержки предпринимателей и выпуска продукции на экспорт.